За прошлый год в Нефтеюганске было зарегистрировано 1460 новорожденных. Это на 56 меньше, чем в 2018. Причем девочек на этот раз появилось на свет больше, чем мальчиков. Что касается женских имен, то родительские предпочтения в этом году во многом изменились. Самыми популярными стали Злата, Аврора, Яна и уже привычная Софья. Есть и экзотические имена – Карелия и Версавия. Мальчиков чаще всего называли Даниилами, Глебами, Георгиями, а также более редким именем – Ян. Желающих пар связать себя с семейными узами стало больше. Всего заключено 906 браков. Количество разводов не изменилось. И по-прежнему рождаемость в городе в два раза превышает смертность.